В апреле Национальное радио празднует юбилей. 5 лет со дня основания этой дате посвящен марафон «Дни Национального радио в районах республики». Сегодня наша съемочная группа работала вместе с коллегами в Урнарском районе. С места событий корреспондент Надежда Яковлева. Сегодня мы вместе с нашими коллегами с Национального радио Чувашии в Урнарском районе. Здесь проходят Дни радио. Журналисты встречаются со своими самыми активными слушателями. Одна из них – 90-летняя Мария Баюкова. Всю жизнь Мария Григорьевна проработала учительницей. В 1941 году, закончив школу, она поступила в пединститут. Но уже на втором курсе ей пришлось бросить вуз и вернуться в родную деревню. Учителя-мужчины ушли на фронт. В школе стало некому работать. Вот и вспомнили о будущем педагоге. Высшее образование удалось получить только после Великой Победы. Мария Григорьевна всю свою жизнь проработала в школе. Кроме этого, была руководителем районного женсовета, а затем – в родной деревне собрала хор, в котором пели 70 человек.